So hello everybody, and we are very welcome today on our program. Приветствую. Гость сегодняшней программы – бывший президент Монголии Цахиагин Элбэгдорж. Здравствуйте. Some very appreciate for your time for our program. Good day. Спасибо за приглашение. So, Mr. President, if you don't mind, I would like to start our conversation. Господин президент, если вы не против, я бы хотела начать наш разговор с вашего прошлого, потому что ваша история связана с Украиной. Вы учились в Украине, во Львове, поэтому какие эмоции вы испытываете по отношению к тому, что сейчас происходит в нашей стране? Может, вы хотите обратиться к вашим знакомым, которые остались во Львове? And who are still there. So you're welcome to start with this question. Thank you very much. Thank you. And you know, I studied in Lviv. Вы знаете, я учился во Львове в период с 1983 по 1988 год. Где встретил свою жену, которая приехала учиться во Львов в том же 1983 году. Потом мы поженились, и вскоре у нас родился старший сын. 5 лет я учился во Львове, там и жил. Это было очень интересным. Так называемая перестройка и гласность. Такие вещи происходили. Это на самом деле сильно повлияло на мои взгляды. А после этого, когда я закончил учебу, мы приехали в мою страну, и я с друзьями организовал первое подпольное движение против коммунистического режима в Монголии. В конце 80-х мы начали свое движение там. Что касается Украины, знаете, я думаю, что Украина – открытая демократическая страна, расположенная в европейской части от России. Монголия – открытая страна в азиатской части от России. Конечно, между нами только одна страна – соседка. А что происходит в Украине? Я думаю, что это имеет большое значение на самом деле для Монголии. И я знаю, что Путин начал войну против Украины, потому что боится свободной Украины. Если Украина добьется успеха, я думаю, это будет проблемой для России. С первого дня войны, когда я услышал о бомбежках, я не находил себе места. И с первого дня присоединился к осуждению России и поддержке Украины. И я вижу этот фронт войны между Украиной и Россией, и не только. Я думаю, что гораздо шире. Это между свободным миром. Большая часть мира сейчас с Украиной. Худшая часть мира против. Всего 5-7 стран. Если победит Украина, то мир получит преимущество. И из-за этого вы не имеете права проиграть. Вы боретесь за мир во всем мире. Thank you very much for these words, but I want to ask you... Я хочу спросить вас, как президента, которому действительно удалось изменить свою страну, и мы обязательно поговорим об этом позже. Но вот как человек-стратег, знающий все стороны высших эшелонов власти, понимаете ли вы, почему, несмотря на объективные данные реальной ситуации на фронте, именно сейчас в Украине, о потере российской армии, о сопротивлении внутри страны всего мирного населения украинцев, несмотря на всю сплоченность цивилизованного демократического мира, как вы только что уже сказали, и агрессивные заявления Путина по отношению и к США, и к Европейскому Союзу. Несмотря на газовый шантаж, который провалился, а теперь еще и ядерные угрозы со стороны Путина, почему он не остановит эту бессмысленную войну? Я думаю, что для Путина проиграть войну равнозначно проиграть все. Он действительно в отчаянии. Другая причина, по которой Путин начал эту войну, это то, что он хотел остаться в русской истории, может быть, как один из их прошлых вождей. А если спросить сегодня у русских, кто лучший лидер 20 века, большинство из них назовут его из-за промывания мозгов и исторического фактора. Думаю, Путин хочет, чтобы его называли Сталином 21 века. Но теперь он близок к тому, чтобы стать Гитлером. Путин знает, что проигрывает эту войну и теряет все, что он приобрел с 2000 года в качестве российского лидера. And now, I think he's just destroying himself.
Давайте поговорим с вами о мобилизации, которая происходит в России. А в связи с этим у меня два вопроса. Как вы воспринимаете эти шаги и их последствия? И за что же они борются, если большинство бежит в страны ненавистного ими Запада или ближайшие бывшие республики Советского Союза, так или иначе пострадавшие от русских в прошлом, лишь бы спастись и не от войны, которая идет в другой стране, а от своего собственного государства? That is going on in other country, but from their own state. So here's my two questions about mobilizations. What's your view? You know, Putin is lying since the start of war. Путин врет с самого начала войны. Он врет с тех пор, когда он говорил об Украине, говоря, что мы никогда не собираемся забирать часть Украины. Он это сказал еще до аннексии Крыма. После он врал, что на самом деле это крымчане голосовали. По его словам, люди просто присоединились к России. Но там были вооруженные силы России. И после этого он сказал, что никогда не начнет войну в независимой стране. Все было ложью. Вот думаю, он тоже сказал, что не собирается мобилизовать своих граждан. Но теперь он пытается мобилизовать всю Россию. Это действительно плохо. И, как вы сказали, эти люди бегут из своего государства. Также одну вещь хотел бы подчеркнуть. Я и мой народ не против русского народа. Есть миллионы россиян, которые ненавидят эту войну. Есть много россиян, которые не хотят отправлять своих сыновей и отцов на войну. Война была инструментом 19 века, может быть, 20 века, но не в 21 веке. Я думаю, эта война должна стать последней войной в Европе, как минимум. Безусловно, я согласна с вами. Но мы видим, сколько было протеста на самом высоком уровне, сколько звонков и переговоров со стороны мировых лидеров пытались остановить Путина и уговорами, и санкциями, и жесткими мерами. Уже перепробовано множество средств, но они не дают никакого результата, кроме того, что мирные украинцы продолжают гибнуть каждый день, и не только на оккупированных территориях, давайте будем честными. Люди в Киеве под воздушной тревогой каждый день. Как вы думаете, реально ли достучаться до кремлевской верхушки? И до кого именно из этих людей доходят эти миролюбивые месседжи среди российских лиц, принимающих решения? Я слышала ваше обращение к Путину, которое вы опубликовали на YouTube. Как вы думаете, можно ли такими словами достучаться до кремлевской элиты? Я думаю, что в кремлевских элитных кругах есть люди, которые не согласны с Путиным. Но знаете, они не могут уйти от него. Ни сила, ни привилегии не заставят их говорить с Путиным. Но их судьба предречена. Они могут закончить, как в Нюрнберге, в международном трибунале. И все эти люди могут попасть туда. Я думаю, тому есть множество доказательств. По моему мнению, сегодня в Украине, воюя с Россией, украинцы освободят Россию от диктатуры. Возможно, и со стороны Азии Монголия освободит диктатуру России. Поймите, диктаторы не вечны. Господин президент, если посмотреть с другой стороны, с исторической точки зрения и того, что вам удалось сделать и как вам удалось изменить свою страну, кто, кроме граждан своих государств, должен защищать права? Какие могут произойти изменения в государстве, где мужское население отправляют на бойню? Даже вы упомянули это слово. Они свободно могут убивать людей здесь, в Украине. Другие же убегают, оставляя свои семьи, детей, вместо того, чтобы сформировать единый фронт тех, кто встанет и скажет «нет». Нет тирании, нет угнетателям и террористам своего собственного народа. Вы считаете, что кто-то еще должен, кроме них, это сделать? Буквально вчера я видел, как в российских городах матери, женщины выходили на площади. И после этого, собственно, они окружали людей в погонах, милиционеров. Я думаю, что у этих матерей очень сильное влияние и гораздо большая власть, чем у тех людей, которые сейчас находятся при власти. Одно меня очень разочаровало с самого начала войны. Это то, что большинство людей, пострадавших в путинской войне, были представителями национальных меньшинств. Вчера увидел статистику. Если из Подмосковья умирает один солдат, то из Бурятии погибает 625 человек. Я считаю, что это геноцид. Я думаю, они просто взяли и дали им немного денег. Это драгоценная жизнь. Умирает чей-то отец, чей-то сын, чей-то муж.
Для Путина это просто цифры, посылающие их против Украины. И теперь я их призываю, если вы можете сбежать, вы можете приехать в Монголию. Мы примем вас с открытым сердцем, с распростертыми объятиями. Если вас мобилизуют насильно в Украину, есть и другой путь. Просто сдайтесь. Просто скажите им, я не хочу стрелять в вас. Об этом заявил президент Зеленский. Если хотя бы один парень приедет в Монголию, я думаю, что против Украины будет на одно оружие меньше. Против Украины на одного солдата меньше. Это означает, что мы тем самым вносим свой вклад во всемирный мир и свободу для нашего общего курса. It's absolutely true. As President Zelensky says, everything will go in the... Да, президент Зеленский говорит, что все пройдет в формате международного права, но вынуждена задать вам неприятный вопрос. А как вы объясните все зверства, в которых обвиняют российских военных, в том числе и представителей национальных меньшинств, находящихся здесь, в Украине, и изгнанных с Киевской области, а среди них были и буряты? И именно поэтому они стали очень известны во всем мире. Кто же заставлял их совершать военные преступления с мирным населением, с женщинами, с детьми? Тоже бедность? Путин? Или что-то еще? Вы знаете о тех регионах России, которые очень бедны. И когда они приезжают в Монголию, они видят нашу столицу и говорят, что это как Нью-Йорк. Вы знаете, они не видели никакой другой части света. Они чувствуют в Монголии свободу, чувствуют в Монголии развитие. Я думаю, что еще до начала войны Путин фактически вел войну против своего народа. Теперь он, используя этих обездоленных людей против независимой, свободной страны Украины. И я действительно сожалею об этом. Это солдаты, которые стреляют в украинцев, убивают и делают там очень плохие вещи. Я думаю, что большинство из них принуждают делать это. Но если они перешли черту и нарушили закон, они должны понести наказание за это. Вот вы говорите правильные и понятные для цивилизованных людей вещи. Я имею в виду, что люди, которые очень бедны, получая возможность увидеть, как живут другие в демократических странах, изменят свое мнение и поймут, какая должна быть настоящая человеческая жизнь. Это пример того, что они видели здесь, например, в Киевской области. Ведь Ирпень – это один из элитных районов Киевской области. Кстати, они очень удивились, увидев, как живут украинцы. И это сделало их даже более агрессивными. Так почему же вы уверены, что люди, которых вы впускаете в свою страну, примут ваши же правила жизни и станут более открытыми и цивилизованными? Будут ли они искать новые цели в жизни, чтобы стать богаче? И дело даже не в бурятах. Я говорю обо всех русских людях, которые очень бедны и приезжают в Украину мародерствовать. Вы знаете, я думаю, что мы можем изменить нашу страну политически, социально, экономически. Но очень трудно изменить мнение людей. Есть много людей, которые верят в социализм. Я обращаюсь ко всем тем, кто приезжает в Монголию. Здесь наши законы. Вы знаете, после 1990 года Монголия изменилась. Монголия — открытая страна. Монголия является демократической страной, где все живут по законам. Они должны уважать наш народ, традиции, интересы людей и верховенство закона. Если они хотят жить с нами, думаю, мы встретим их с открытым сердцем. Есть очень темная сторона этой ситуации, которая против нас, которая не дает возможности жить в мире и свободе. В моей стране есть несколько случаев, когда бежавшие из России совершали преступления и ужасные вещи. Но я думаю, что это хорошо организованный вид саботажа. Поймите, мы должны объединиться сейчас. Мы должны больше помогать друг другу. Лучшее оружие против этого курса – прозрачность. Просто используйте свой смартфон для этого. Than maybe in any country in Europe.
Мне очень сложно понять, реально ли что-то изменить в Российской Федерации, если все граничащие с Россией страны типа Монголии начнут немедленно эвакуировать нации и их исторических народов в свои страны, оставив только женщин и детей. Выходит, что они заложники Путина? Да какая же тогда Россия будет страна? Какие люди должны изменить все, находящиеся сейчас в таком ужасном положении в стране, как Россия? Как вы думаете, эти намерения других стран спасти историческую нацию меньшинства не разорвут полностью и окончательно Россию на разные мелкие государства? Собственно говоря, те люди, которые живут в России, называются национальными меньшинствами. Они покидают свои дома уже тысячи лет. И я хотел, чтобы они жили там. Я не ожидал, что Советский Союз в один день, в декабре 1991 года, рухнет. Я не ожидал этого и не ожидал всех тех больших перемен, которые произошли в мире. Я действительно верю в силу свободы, и Россия станет в один день более либеральной страной. Судьба будет в руках граждан России. Я действительно верю в это. Но если есть возможность жить вместе с нашими братьями и сестрами, думаю, мы тоже будем счастливы. Возвращаясь к вашему опыту и говоря об обществе, я хочу спросить вас, как вам удалось добиться успеха в переходе вашей страны от коммунистического прошлого к демократическому государству? Ведь вы сделали это успешно и совершенно бескровно. И раз это получилось в вашей стране, значит ли, что это возможно и в других государствах с авторитарными правительствами? Какую роль должно играть общество в этой реконструкции? Монголия была второй коммунистической страной после России. Фактически мы оставались намного дольше, чем другие страны при коммунизме. В Монголии были очень тяжелые условия. Но во время нашего перехода, во время нашей демократической революции, мы смогли сделать это мирным путем. Мы не применяли никакой силы против тех, кто стоит у власти. В руках у нас был только микрофон. И нам удалось изменить все в моей стране. И это показало на самом деле могущество людей, поверивших в свои силы. Мы не получили нашу страну от кого-то. В Монголии было много плохих политиков и много плохой политики. Но мы по-прежнему сохраняем наш демократический образ жизни и нашу свободу. Вы знаете, демократия — это способ реализовать право каждого быть другим. Это и есть демократия и свобода. Вы действительно должны верить в силу народа. В этом красота свободы. Вы очень правильно сказали про демократию, что это не только права, но и обязанность и ответственность за выбор своего будущего, будущего своего народа. Это в руках государства и населения этой страны. Так после окончания войны, какие отношения вы видите с Российской Федерацией? Я думаю, Монголия и монгольский народ не против русского народа. Мы соседи с Россией и Китаем. Наше благое намерение состоит в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и русским народом. Может быть, у нашего правительства немного другая позиция, чем у меня. Теперь я больше не на государственной должности. В этом красота красоты свободы и красота демократии. Я могу открыто выражать свое мнение. Я думаю, война между Россией и Украиной должна была быть остановлена еще вчера. Не сегодня, не завтра. Я думаю, что господин Путин видел мое видеообращение. Я просто пытаюсь сказать все те слова, которые не могут быть произнесены его близкими людьми. Президент Путин, просто остановитесь. Ведь остановиться никогда не поздно. Будет меньше потерь, меньше разрушений. Я просто пытаюсь помочь Путину разобраться в этой ситуации. Я желаю добра России, российскому государству. Теперь он должен остановить войну, прекратить бессмысленные убийства и разрушения. Это было мое сообщение.
tells that's right, and because of that, I'm doing it. I will continue to do that. Mr. President, you are welcome to our country. Что ж, спасибо за вашу искреннюю позицию, за честные ответы и особенно за вашу поддержку украинскому народу. Большое спасибо. Thank you. Спасибо за приглашение. Слава Украине. Дякую дуже. А я напомню, что гостем сегодняшнего интервью был бывший президент Монголии Цахиагин Элбэгдорж. Ну а продолжение следует.